Здравствуйте, дорогие наши подписчики! С вами опять я, агроном компании «Ваш сад» Людмила. Праздники, праздники, праздники! Новый год, Рождество. И у каждого из вас, конечно, стоит вопрос, что подарить своему знакомому, близкому, может быть, другу, а может быть, просто хорошему товарищу по садовому или по дачному участку. У нас к вам такое вот предложение. Есть очень много вещей, которые человек хочет купить, но вроде бы как и цена кусается, а вроде бы как, ой, и перетерплю, что-то другое себе куплю. Вот, это касается, в частности, очень многих вещей, которыми мы пользуемся у себя на даче или у себя в саду, в огороде. Хочу вам предложить, такой маленький, краткий обзор, что можно предложить вот таким вот друзьям, товарищам, фанатам садово-огороднического братства. Вот, какие можно подарочки предложить? Смотрите, у нас есть огромнейший выбор разнообразных секаторов. С одной стороны, и цена приемлемая, с другой стороны, вещь такая, которая обязательно нужна в доме. Смотрите, покажу только, даже упакованный, в коробочке, открываете, лезвие запасное есть, ручка экономическая, так хорошо держать. Режет веточки, которые в диаметре 30 мм. Потому сделать такой подарок, я думаю, будет очень приятно, получить такой подарок. Ну, например, мне реально. Тоже могу сказать об опрыскивателях. Вещь незаменимая, но не все могут себе позволить классный опрыскиватель купить. Мы ж вообще привыкли, мышление у нас такое. Много, но дешево, да? Но лучше купить один, но хороший. Но сделайте подарок. Можно сделать подарки. Смотрите, есть всякие разные наборы инструментов. Они есть вот побольше. Они есть, конечно, вот смотрите, поменьше. Есть всякие такие вот боксы. Вот. Ну и если у нас уже девушки, которые не очень ходят на участки, но при этом фанатеют от растений на балконе, смотрите, какие прикольные у нас есть горшочки. Это у нас набор такой, знаете, собранный. А вот мы уже специально для вас его разобрали и показали. Вот такие вот штучки. Сюда можно прямо высаживать растения. И представьте себе такую картину. Зима, кухня, окошечко. И у вас вот стоит такая пирамидка, в которой растут пряные растения. Где-то укропчик, где-то розмаринчик, а может там и петрушечка затесалась. Вот, конечно, очень такой наборчик, очень прикольный. Вот, хочется, чтобы он был или в комнате, или на балкончике. Опять же, тот же вариант. Всякие разные маленькие инструментики для того, чтобы можно было работать не обязательно в огороде, но это подойдет для работы, например, в комнате, взрыхлить растения в каком-нибудь горшочке. Вот. То есть в отделе сопутствующих товаров есть очень много, и не только для взрослых. Подарки для маленьких, смотрите, травянчик, да? Вроде бы так дешево, но зато как классно. Вы с детства приучаете ребенка, во-первых, к труду, во-вторых, вы пробуждаете в нем интерес к окружающей среде. А что ж тут делать? Берете опрыскиватель или просто опрыскиваете. И отсюда периодически, вернее, не периодически, а со временем начинает прорастать травка. Вы бы видели сияющие глаза ребенка, когда у него это получилось. Да, эта травка растет. Вот. Таким образом, вы уже с детства воспитываете себе помощника, а потом в будущем и замену где-то там на дачном участке. Вот. Кроме того, смотрите, есть такие разные интересные штучки. Здесь стоит вазончик. И сюда вы можете поставить вазончик с комнатным растением и сказать, это дитё тебе, ухаживай, смотри, это теперь твой питомец. Ну и, конечно, невозможно представить себе новогодний праздник без каких-либо живых подарков. Приглашаю вас к нам в первую-вторую оранжерею. У нас обалденнейший выбор комнатных цветов, включая и елочки, которые можно использовать, в общем-то, в доме вместо новогодней елки. Пожалуйста, приходите, смотрите, выбирайте, дарите радость своим мамам, дарите радость своим женам, покупайте им цветы, пусть садят в такие прекрасные вазончики. Смотрите, сразу вспоминается весна, сразу вспоминается отдых какой-нибудь первомайский, яблони у нас уже цветут вместе с персиками. Вот, радостно, скрашивает наши скучные темные зимние дни. Можно выбрать такие вазоны, можно выбрать вазоны с натуральной небожженой глины, можно выбирать пластиковые вазоны. На любой выбор и на любые цены. Приходите, смотрите.
Ну и еще наши девочки постарались. Новогодние композиции – это тоже огромный плюс или очень интересная идея как подарок. Кроме новогодних композиций, есть еще и тематические композиции, например, композиции с суккулентами. Мы ждем вас, очень любим своих покупателей. Лайкайте, смотрите наш канал. До свидания, до новых встреч!